Подмосковье активно ведутся работы по обновлению внешнего вида объектов дорожного сервиса. Вывески должны быть согласованы с представителями администрации. Территория вокруг облагорожена, а фасад сделан из современных материалов. Сейчас проводятся администрациями межведомственные комиссии, где совместно с предпринимателями, с собственниками земельных участков выявляются те моменты, которые проблемные на объекте, какие-то несоответствия, и приходят к совместному решению, как это все привести. В Химках уже 70% таких объектов приведены в надлежащий вид. Так, например, совсем недавно обновили автомойку на Молодежной улице. Вкратце, что сделалось? Полностью все оборудованы по новому боксу, то есть каждый крючочек, каждый пистолет под помывку автомобиля, перекрашена решетка, плитку переложили везде максимально, поставили диодные ленты для сигнализирования людей, что бокс свободен либо занят. К объектам дорожного транспорта относятся не только автосервисы, а любые сооружения, которые предназначены для обслуживания участников дорожного движения. Всего в Химках приведут к единому облику около 300 объектов.